Привет, ребята. Всем здорово. Это у нас эти самые начали появляться, да? Ну, Паша, по идее, был первым, а вот кто зашел именно на стрим, это уже... Это мы вопрос оставим, да? Привет, ребята. Решил я все-таки посмотреть, как прошел билд. Я не смотрел. Я чисто только полистал, посмотрел качество. Все, больше я не знал, как там он что проходил. Мне стало интересно просто именно посмотреть и что-то попробовать прокомментировать. Не знаю, как это будет, никогда не комментировал. То есть не обещаю, что прям профессиональное комментирование будет. Просто какие-то моменты буду замечать, что-то говорить. Вот. Сам проходит. А, я честно, там... Вот только в этом году узнал, что как оно вообще называется. То есть я знал, что оно есть. Короче, GDQ, как там оно расшифровывается? Короче, это большое событие, раз в год, по-моему, происходит. И там спидранит, по-моему, вообще все, насколько я понимаю. Либо какой-то определенный список игр. Вот, и там, в принципе, спидранеры, допустим, вот от нашей команды, от Сорки, там Mighty Bill играл. Вот, и, соответственно, интересно его посмотреть. Games Done Quick, да, вот, как, вот так называется, я уже забыл. Вот, поэтому я только сам в первый раз вообще увидел, как оно вообще происходит, что оно оказывается в офлайне все. Раньше-то оно... как я понял, куда-то ездили, именно собирались. Вот, а сейчас в связи с такой ситуацией все как бы из дома. Но это, я думаю, это наоборот, спидранерам как бы это с одной стороны удобно. Ты у себя сидишь как бы и все. Вот, так. Что, будем ждать еще кого-нибудь или поедем, как вы думаете? В любом случае, я... Запись-то на Twitch останется. Вот, а вот то, что буду ли я ее заливать еще на YouTube... Это посмотрим, как получится. Потом, короче, River City Girl будет. Ладно. Поехали. Perna Interactive, a video game publisher behind titles like The Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, and Donut County. 50 минут заявлено, на всякий случай. Но в любом случае, No Reset, я думаю, он выберет самые такие... средние тактики, в каком плане средние, то есть где-то, где можно рискованно, он, скорее всего, более сейво сыграет. Ну, я бы, по крайней мере, так сделал. Да, тоже битэмап. Это он там тренил. А, таймер вот отсюда запускается, понял. Интересно, а кто комментирует? Я вообще тут никого из комментов не знаю. Звук какой-то странный. Это звук в видео такой. Такой-то он как будто эхо. Как по громкости? Нормально, нет? Слишком влево зашел. Ну ладно, нормально. Громкость окей, хорошо. Если что, говорите, я поправлю. Фаст Донована не получилось. Ну ладно, нормально сделал. Ну-ка здесь как он? Ага, через бросок. Немножко сейвове, но немного дольше. Так, здесь хорошо. This reason is because the backflip into guitar does so much damage, so you will mostly see me on low health control. Почему так сделал? Тут обычно разворачиваешься и как бы рок-он на всех тут потерял немного времени. Но
Тут, с одной стороны, можешь волнение сказывается немного. Но это не точно. Вот, нормально. Отлично. Я делал немножко по-другому, но это не страшно. Тут как бы получилось довольно быстро. Тут очень хорошо. Сейчас посмотрим, насколько будет FK-шный BT. Отлично. Хорошо симпровизировал. Потому что один галс, как обычно, решил пойти влево. На роботах главное сейчас. Отлично. Все, роботы получились. Но Билл, он их затренил, он их делает. Отлично. Погнали. Хорошее время, в принципе. Ну тут я делал по-другому немножко. Не знаю, почему он так делает. Есть тактика немножко попроще. Не получилось. Так. А что это с Донованом? Какого хрена он там делает? А он обток ударился. Донни обток ударился. Так, тут чуть-чуть задержался, но он... Чтобы жизнь не потерять. Это правильно. Сделал гитару на... Ну, то есть чуть вниз. И добил сигналов одной гитарой. Да, у него тупники есть, он обычно лучше играет. Ну, понятно, у него no reset, то есть это ты играешь, как бы не ресетаешь, понятно, но такие моменты у него прям есть, где там 0.3 потерял, там 0.3 потерял, и в целом там можно за левел потерять секунд 10. Не рискует. Фулл джеба не делает. Либо он так задумал. Обычно делается 5 джебов на голове. 3.45. Хорошее время. Обычно Билл делает там где-то 3.35. Но для нового ресета 3.45 очень хорошо. Так, отлично. Нет АФКшного BT. Ах, промазал мимо ящика. Ладно, нормально. Что он сделал? Добить, отлично. Отлично. Пиросио хорош. Так, Дикий тоже. 2-3. Можно так, да. Так, вот сейчас важный момент. Вот, 3, 4. Так, и вот здесь. Галси пошел за электрошоком. Ну, блин, повезло, что он именно сюда подошел. Отлично, гитара сейчас. Гитара вниз, да. И все, изи добивочка. Прекрасно, очень чисто. Тут можно немножко по-другому сделать. Два джамкика сделать. Такой у меня бэкап такой просто. Но здесь риск есть, что второй BT просто тебе в рекавер подойдет, резко даст джеб, поэтому он все-таки, как я и говорил, выбирает не рисковый старт. А вот тут зря он так сделал. Так. Хорошо, подождал. Отлично. Он, да, он сейвово играет. То есть... Ну, единственное, что он на Мёрфи пытался на первом сделать сложно, но не получилось. Поэтому я думаю, как я бы делал сейвовы. То есть есть стратки сейвовы, есть не сейвовы. И не сейвовы, они... Вот, вот это сложная штука, но на
Феросию их можно сделать. Ой, на Феросе, на Барне, потому что Барне большой. Большой хитбокс. Вот. Поэтому не с его стратки, они где-то в зависимости от стратов. Может там на 3 секунды дольше, может на 5, некоторые там очень дольше. Прям. Очень дольше, намного дольше. Видите, тут еще волнение играет. Тут ему нужно еще что-то говорить. И он, в принципе, смотреть на уровень игры Билла, он, в принципе, может это делать. Но здесь, опять же, играет то, что тут как бы большое такое событие. Много народу. Я бы очень переживал. Комиссар чисто. Очень хорошо. Я бы реально, я бы не смог вот эту, я бы, у меня все тряслось бы нафиг, вы чё? У меня когда там заходит, там рейд какой-то, 20 человек, я уже волнуюсь. 7 минут, хорошо, очень хорошо. Тут не миссануть по Дилану, отлично, он решил два джеба сделать, не рискованно, обычно одного хватает. Я же говорю, он, все не рискованно. Для джеб. Так, не стал ждать. Отлично. Повезло. Пойдет он за звездочкой? Да. Он не хочет рисковать. Есть стратка на Норе без звездочки, но Билл ее почему-то не признает. Я не понимаю, почему. Так, здесь Кевин не сконфирмился. Тут опять же есть стратка другая, но она тоже такая в себе. Поэтому здесь, скорее всего, нужно что-то другое придумать. Возможно, там вообще стоит придумать стратку со звездочкой. Вот, посмотреть, стоит ли ее брать в контейнере, ту звездочку, чтобы ее внизу использовать. В принципе, у него здоровья сейчас хватает, чтобы просто сыпать гитары. Но он не рискует, он джебает. Он сначала джебает, отнимает, добивает гитарой. Он не рискует. Вот тут рискует, да. Ну, точнее, не рискует, тут, скорее всего, мисклик. Потому что ему нужно было дождаться сначала слева Кевина. У него нет хп, да, подобрал, все нормально. Блиц, да, ошибка. Но это я уже объяснял, это связано с тем, что... Спидран по 44, поехали, поездом. Да. То, что ты когда делаешь пробежку небольшую, потом отпускаешь бег, делаешь удар, чтобы сделать джеб, а у тебя забуферный вперед-вперед, и поэтому у тебя персонаж думает, что ты хотел сделать блиц. Я это уже показывал. В принципе, Нора хорошо. Вот, но, как я и говорил, для пул No Reset он бы мог просто хедлупцами ее засыпать. Вот, но время все равно прежнему хорошее. Вот, потому что если взять просто тактику на хедлупсах, она дольше, там, я не знаю, на секунду, наверное. При этом она стабильная всегда. Так, тут одна руби не получилась. В принципе, нормально, хорошо. Эх, одна отошла. Донован гуляет себе, ты че там гуляешь? Не пойдет за яблоком. А, нет, энергии. Там, да, прыжком только. Ой, хорошо, сигнал очень хорошо подошел, повезло. Вот тут рисковал. Нет, гитару давай, Билл, что ты делаешь? Видите, он еще разговаривает, ему нужно слушать, ему нужно играть, поэтому тупники тут неизбежны. Причем он играет очень хорошо для такой ситуации. Ошибка, но... Да. Именно так. Так, здесь повезло, что сигнал подошел, но без этого никак. Так, аккуратно нужно подойти, кинуть. Отличный бросок.
Поторопился. Он поспешил. Да, нормально, нормально. Отлично. Как раз девочки вышли. Сейчас выйдут Галси, да. Неважно, живой Барни или мертвый, он не зависит. Выход девочек и Галси не зависит от Барни, они могут и до сих пор быть. Не стал хилку подбирать, потому что она, в принципе, здесь не нужна. Так, здесь. Отлично. Раз, раз, два. Прекрасно. Здесь не стал перепрыгивать, здесь можно. Очень хорошо засейвился, очень хорошо. Роккона даже лучше. Да, тут в принципе он не стал подбирать, но он бы успел. Обычно он не подбирает. Ну, хилку имеется в виду. Так, вот тут важно. Очень важный момент. То, что он отходит по диагонали, а не вниз, я тоже вот потом стал тоже по диагонали отходить, потому что вниз ты не успеваешь. Отлично. Отлично. Не хватит. Джеб-джеб, рокон еще можно было, если что, дать. Отличная стель. Потому что если ты, допустим, вниз отходишь, тебе нужно еще влево отойти, еще вверх, еще повернуться, а она уже бака приквестит. И все, ты можешь просто не успеть. Страткус и Вову сделал, потому что у него другая здесь. Но я также делаю. Так, здесь хорошо. Отлично. Выходит BT. Те умирают. Лицом через лужу, ну или так. Отлично. Добиваем сигналов. Гитара вторая. А, можно так, да. Джамкик. Разрушаем ящики. Отлично. Еще раз. Прыжок гитара, да. Джернет стоит, потому что у нее уже было УТГ. Слишком рано дал, поэтому они низко подлетели. Так, зареспавнили Кевина, убив Диланов. Границы стоят. Да, тут трудно было что-то сделать, но ему нужно было либо вниз, либо вверх отойти, чтобы уклониться. Они бы были в его точке. Но вот эта стратка, то, что он делает с зелеными донованами, очень сложно. Я ее никогда не делаю. Вот, потому что бэк-атакой отбить донована вниз очень сложно. Что он делает? И видите, энергии у него много. То есть он прям заряжен энергией. Ну, оно просто по-другому там делается. Почему он так делает? Неправильно. Неправильно сделал. Бэкап хорош. Бэкап хорош. Там просто немножко практики нужно. Там важен тайминг. Вот. Немножко тренировок и, в принципе, получится. Отлично. Странно, почему он так сделал. Сейчас проскочит, да? Нет, хорошо, очень хорошо. Угу. Тут хедлупсами добивал. Просто добей хедлупсами. Отлично, раз, два, три. Ага, еще гитара. Убить Кевина, убить Галси. Отлично. Так, сейчас посмотрим, какой бар будет. То, что в паузе они открываются. Я это как-то сам нашел, когда нажал на паузу, ворота открывались. Ой, как он четко сделал. Он нажал удар, и чтобы не получить урон, он нажал гитару. Ну, бар не очень. Ну, бар никогда не бывает хорошим, я так скажу.
он бывает там раз в миллион лет. Да, но это такой довольно забавный баг. Нажимаешь паузу, ворот открывается. Причем, если ты выйдешь в меню, звук открывания ворот, он продолжится в меню. Да, у Барбона самый высокий запас здоровья. 850, по-моему, если я не ошибаюсь. Один ресет. Ему ресет нужно, по-моему, через 6 хедлупсов. Ошибся. Ошибся. Но это не страшно. Нельзя ему так делать. Ему надо вталово сейчас сделать. Вталово. Перекидывать и гитары добивать, да. Ну, можно так. Это нормально. В принципе, он его забрал довольно быстро. This has been a show off this whole run so far. You are doing amazing. Oh, thanks, man. Блин, знал бы я еще, что они говорят. Мне надо было второго человека, который говорил бы, что они говорят. Здесь стандартная тактика идет. Плюс новая тактика от Virgil с бумерангом. Поэтому, если что, это стратка. Не била, это Virgil нашел. Возможно, он ее оптимизировал, но именно задумка была Virgil. Я просто не помню, как там Virgil делал. Так, извиняюсь. Обычно начнешь стрим, начнут все звонить, извиняюсь. Продолжим. Но здесь немножко рискованно, я предпочитаю так не делать на черри, когда ты даешь гитару на гурманов, потому что один может отлететь неправильно. Просто гал, все разбегаются. Мне сейчас интересно, какую стратку все-таки выберет. Там есть его стратка, есть стратка Оуди, а есть стратка, которую я предложил делать. Как он сейчас будет делать, интересно? Он что-то хотел смесь сделать своего с моим, потому что я немножко по-другому делаю. Но в целом получилось неплохо. Сделано Кевины прекрасно. Рейвены прекрасно, очень хорошо. ТГ. Биг Бен просто такой. Я покатился. Вопрос какие-то. Нет, здесь сложно. Здесь очень сложное место. Он просто делает немножко здесь как раз таки не сейвово. Из-за того, что он... Из-за того, что он сделал неправильно рейвенов, он неправильно вышел на паттерн горра. То есть там нужно стоять в определенном месте там. И тогда первый горра, он тебя быстро агрится и никуда не идет. И, соответственно, когда агрится первый, после него обычно агрится второй. Вот, но бывает, конечно, второй гуляет, но это реже. Вот здесь ему надо гитары давать, да, потому что они пригодятся ему, когда пойдет Галси с оружием. Повезло. Ровно хватило ему на генаты. Блицы — это, скорее всего, ошибка. Нагинаты не взял, пошел дальше. Не стал терять время. Немножко... Да. Так, отлично. Ножи... Ой. Как эта штука называется? Топорик. Кухонный нож. У нее, кстати, кто не знал, во время броска кухонного ножа у черри айфреймы, короче, держу в курсе. Вот поэтому, когда ты кидаешь за черри, ты можешь вообще не париться, что тебя ударят. У тебя айфрейм. Эх, неправильный меч взял. Не повезло.
scary room this is. Нормально, нормально. Главное не заспавить, не заспавнить кондоров. Тесак, точно. И у меня голова, из головы вылетело. Тесак. Короче, когда тесак черри кидает, у нее айфреймы тебя задеть не могут. По-моему, у Адама также. Пуршила сложно? Как он будет делать, интересно? Раз, два, три, раз, два, три. Запрыгивает. Два, три, четыре, пять. Вот. А, он по-другому сейчас делает. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, он пытается поймать на еще одно. Но мне кажется, ему не надо так делать. Два. Да, через валбаунсы. Отличное решение взять звездочку. Не потерял тут звездочки. Ну вот тут да. Джеб-джеб, рукон можно было. В принципе, в целом нормально. Нормальный Шива такой. Интересно, а кому донейшены идут? Это в целом нам... А, у них же благотворительное, да? Они куда-то отдают потом благотворительные фонды, насколько я помню. Правьте меня, если я не прав. Отлично. Раз. А, чуть ниже надо было. Неплохо. Новая стратка? Почему? Что-то тут по-новому он делает, потому что это долго. Oh, let's go, Mike. I'm getting wrecked for you, Fred. Don't worry about it, though. It doesn't matter. It's all good. Yeah. Yeah. Да, долго. Очень долго, секунд, не знаю, 15 точно потерял. Но это такое место, его сложно проходить стабильно. Поезд медленно, но тут такая фишка, что... Сейчас он говорит, что не помню, кто скип нашел. Так, сейчас скип, скип. Блин, четко увернулся. Ну, видишь, он тут еще отвечает на вопросы. Скип получился, в принципе. Но за Черри, мне кажется, это место намного сложнее, чем за Блейз. Вот. Потому что за Блейз там можно заюзать звездочку. Делает вот мини-хедлупсы, чтобы отодвинуть. То есть, когда Черри отскакивает, вот так вот отскакивает, она перемещает врага на кадр. Туда, в ту сторону, в которую она отскакивает. Очень рискует, конечно. Она может просто психануть и бака-приквесты сделать. И звездочку. Даже звездочку засейвит. Вот, ты просто за Черри такое сложное место, он еще как-то проходил его как-то не по той стратке, которую он обычно играет. Не знаю, почему он так сделал, она дольше намного. Что-то у него, короче, какая-то задумка была, она не получилась, скорее всего, просто, и все, поэтому долго. Интересно, как он тут будет делать? Он просто EL Run делал за счет того, что вот тут умирает. Как он здесь? Получилось, да. Я буду надеяться, что все четыре девочки... Нет, одна осталась. У него две стратки за игру через смерть. Короче, это здесь и на 11-м. Раз, два. Так. Прекрасно. Он хочет кондоров забрать всех. Ах, они рассредоточены. Он хотел звездочку оставить на двух див. Ох, хитстопов миллион. Мог сразу двух сигналов с дальней трубой забрать, а он по двум сигналам до спешл. Я говорю, какая-то задумка была. Вот, у него что-то не пошло.
Поэтому он что-то хотел, но не получилось. Поэтому я говорю, там он очень много потерял. В принципе, здесь довольно неплохо было, учитывая то, что он без звездочки. Но все равно долговато. Звездочку вот он сюда точно использует, я забыл. Потому что они пока кидают, пока они взорвутся. Эй, Tenderheart. Hello. И me too. Вот, он здесь использует звездочку, чтобы раньше заспамнить лу. Я не знаю, сколько это экономит, я просто, это стратка новая. Он ее нашел недавно. Либо это не он нашел, я не помню. Это, по-моему, вообще Крам, по-моему, вообще ему подсказал. Не знаю, утверждать не буду. Но, в общем, я точно знаю, что эту стратку начал Билл недавно использовать. Вот. Дони там стоит. И все. Да, боссы сложные, они не гарантированные, да, вот он говорит, что повезло, но он немножко не успел дать гитару, по идее. Я уверен, что он хочет дать гитару, чтобы потом сделать какую-нибудь звездочку. Нет, боссы рандомные, этого никто не отрицает. Одни из самых таких боссов в плане таймлосса. Они вот всегда таймлосят тебе. Так. Немножко не в тайминг получилось. Нужно запрыгивать. Причем тут нету стратки стопроцентно, они всегда расходятся по-разному. То две вверх, то две вниз, то назад, то одна вот так, то вторая вниз, то есть... Кинул хорошо. Вот. Даже если бы он звездочку вначале юзанул, никто не отрицает того, что та, которая с ядом, она бы включила турбоскорость и просто куда-то вот вверх убежала. Этого никто отрицать не может. Так, вот девятый, вот тут интересно, потому что его на урсетом пройти очень хорошо сложно. Вот именно вот эту секцию. Секцию, то, что дальше, не в вот в этой... Короче, начиная от раздевалки, там, в принципе, за черри просто. То есть намного проще, чем за Блейз. Это я могу точно говорить, потому что за черри у меня там... Именно в раздевалке я закреплял за черри очень мало. Тут не рискует, Кевинов убивает, обычно он бежит вперед. Да, тут правильно, гитару надо давать с земли. Делает блиц, чтобы быстрее законтролить Рейвенов. Очень хорошо. Кевин отходит, в принципе. Да, он знает, когда подходить. Конечно, конечно. Блиц, в блице айфреймы, все правильно. Поэтому его не задели. Вот тут не рискует, тут он обычно джебит. Эйсик, ледец, Оуси. Тут обычно он джебит, но я тоже перестал использовать джебы, потому что под бум можно промазать. Поэтому он тоже не рискует и делает две гитары. Ой, две гитары, говорю, делает просто гитару. Здесь слева не получилось, вот, но это, скорее всего, опять же, связано с волнением. Секция очень легкая, стоит правильно. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Ему... Ну, по идее, надо блицануть. Нет, немножко не так надо было сделать. Ему надо было блицануть и просто их законтролить. Он решил, опять же, не рисковать, скорее всего, жизнь, чтобы не терять. Потому что здесь можно немножко по-другому. Ну, ладно, в принципе, нормально. Так, убиваем правого агента. Уворачиваемся. Когда гитару делаешь айфреймы, поэтому агент не попадает. Делаем его направо. И ломаем им стекло, пока эти все падают. Не люблю тоже, когда так получается, но нормально. Просто тебе надо разбить правое стекло, а все враги отлетают влево. Это неприятно. Бывает такое. Ты вот начинаешь нервировать, потому что за черри очень тяжело врагов перекинуть.
Эх, немножко не, линия неправильно, поэтому гора. Это как так сейчас было? Окей, calm down. Calm down. Очень бесящее место. Нормально. Надо было блиц сделать. Блицом надо было. Так. По идее, за черри лифт тоже такой довольно легкий. Но, опять же, здесь ошибки, они такие, в основном, позиционные. Вот и немножко в тайминге он неправильно сделал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что творит? Что творит? С гитара? Ну или так. Так даже лучше. Джеб-джеб, рок-он. Ага. Гитара. Очень хорошо. Макс очень хорош. I wish I got him on the right side though, because the developers are on the right side. I wanted to have words. Так, здесь интересно, какую стратку он будет использовать на зоне, где байкерши и гренадерши. Он там, по идее, начал по-новому сейчас делать. Пипец, просто они расходятся, кто куда. Очень рандом. Не... Так, здесь немножко гитару позднюю, поэтому зацепил Донована. В целом нормально, бэкапнул хорошо. Так, здесь... Ага. Немножко промазал. Да, он делает по-новому. Ой, хорошо. Очень хорошо. Но контр его зацепил. Ой, говорю, гитара, гранаты. Еще гранаты. Прекрасно. С гранатами повезло, потому что они бывают самыми скидают. И, то есть, за ними нет возможности прибежать. Вот эта секция очень хорошая была, в принципе. Почему Браш не сконфермился? Гитара, да, все. Здесь он будет забирать без звездочки, скорее всего, через хедлупсы. Надеюсь, бигбенами. Рандом пошел, отлично. Отлично. Прекрасно. Потому что бывает один бигбен, они бегут, бегут, один просто укатывается. И такой, я укатываюсь. Почему они, кстати, так делают, вместо того, чтобы просто отбивать в центр? В ямку, там есть позиция, при которой просто в одно движение они падают в яму. Ну ладно. Может быть, он просто, ему нравится так делать. Зря он так делает. Типа, кто куда, вот именно. Бывает, он так делает. Я просто эту стратку попробовал один раз, у меня так получилось. Потом у Вирджила так видел, что получилось. И потом понял, что эта стратка, он такая вот она. Немножко бывает рандомно. Но любая стратка, в принципе, с бигбенами рандомная. Так, здесь как он будет делать? Отлично. Гитару немножко... Ой, звездочку немножко не так дал. Ага, не отскочили. Хорошо. Неплохо, неплохо симпровизировал. Тут немножечко не по плану, но в принципе хорошо. Самое важное в диджее — это дать 6 джебов по диджею и очень быстро делать хедлупсы, и тогда ты как раз таки успеваешь джеб, ну, джеб в джеб его забрать. Если ты 6 джебов не сделаешь, ты это можно сделать, но очень сложно. Он может просто вырваться. Вот поэтому 6 джебов вначале очень важны. Вот, и то я, когда только начинал за черри играть, 6 джебов мне и то не хватало, и я не успевал его забрать. Он просто брал и как бы вырывался. Так, здесь он не рискует, собирает всех. Это, в принципе, правильно, потому что если рисковать, они просто распределятся повсюду и будут мешать просто капец. О, здорово, Бронюк, здорово. В принципе, тут осталось 2 стейджа. Блин, блиц он зря, конечно, сделал. 2 стейджа осталось таких самых прям вот
12-й еще особенно, это жесть. Через смерть, да, будет делать? Через смерть. Отлично. Сейвит 4 секунды, насколько я понимаю. Еще камбухи показывать будет. Но я скачал видосик с Ютуба. Не знаю, там они будут это сюда заливать. Мы в любом случае посмотрим. А, не в тайминг гитару сделал. Поэтому по нему попали. Не очень секция начинается. А, девочки просто, они встали. Их тяжело так законфермить. Они... Все порознь встали. Не, ну тут тяжко. Очень тяжко. Надо пробежать немножечко, да, чтобы забайтить побыстрее Барни. Отлично. Один Барни почему-то вылетел. Скорее всего, он делал рывок. Поэтому по инерции отлетел. Не повезло, не повезло, да. Вот эта секция, в принципе, довольно неплохая. В принципе, уже бежать можно. Да. Отлично. Нужно отойти и бросить гранату, да. В принципе, странно, что Сент не бьет. Почему он сделал так? Интересно. Привет, Сандрот. А там это запись. Я вроде в названии написал, что смотрим запись. Там стрим переименовался. Отлично, стратка прошла. Вот это отличная стратка. Отлично, надо тоже ему заметку взять, потому что я делал немножко по-другому. Будто футбол смотрю, мяч Кадона. Вот тут сконфермились более-менее. Да, говорит про Адама, что большой торнадо, новая звездочка. За хил, за мясом не пойдет, да? Ну, зачем, в принципе? Вот здесь, кстати, я не знаю, почему... А, что-то поменял. По-другому делает. В принципе, так лучше. Просто он раньше ресетал через джебы, и ресет через джебы, он, насколько я понимаю, он дольше. Я там, опять же, по-другому немножко делал. Интересно, он будет ресетать или через бакфлип комбо сделает? Через бакфлипы. 4 гитара. Джеб-джеб. Да. Ой-ой-ой, не достал. Ладно, повезло. Он кадр в кадр гитарой попал по нему. Хорош. Последним ударом. Если 6 минут добавить, в принципе, 43 потенциал был. Ну, Билл сказал, что моя тактика дольше в начале, поэтому... На самом деле она, если не быстрее, то такая же. Я просто на через здесь придумал другую тактику. И в целом я нож не кидаю, но... Нету жизик. Тут самое главное в начале оставить себе на две гитары. Жизик. Вот поэтому я не кидаю нож в карамельку. Ой, в карамельку говорю. Как ее там зовут-то? Я забыл уже. В Кэнди. Потому что она приходит и такого хаоса тебе добавляет туда. Тут он потерял много достаточно. Секунд 20, наверное, потерял.
go. It's a little glitch here. Doors continue closing while the game is paused. I don't know if they know about that one. They have a Discord to post. А зачем он наверх? Little glitches we find and such. Не понимаю вот это вот его построение, ну ладно. Перепостроение, там не нужно такого делать. Там просто бежишь и все. Может, скорее всего, это у него привычка от Адама, потому что на Адаме надо так делать. Отлично. Вот это зря он отбежал. Okay, we still have everyone, but an OTG has been used. That's an off-the-ground move, one that picks them up off the floor. Okay, отличная комбуха. Да, а почему? А он не стал в него кидать. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не знаю, как тут уже было ему увернуться. Это прям было сложно. Нет, робот Зив. Вот эта секция тоже такая не быстрая, но в целом пойдет. Ой, тени. Они не такие сложные, но они таймлосят очень сильно. Ой, по трем попал, прекрасно. Отличный рок-он. Вот тут сложная острота. Миссанул. Зачем он торопился? Зачем? Это сразу минус 15 секунд. Рок-он плохой. Очень плохой. Ему нужно еще один давать. Ему нужно еще один давать. Не знаю, почему не дает. Потому что последних зеленых можно без звездочки тоже быстро забрать. Ну, видимо, он не хотел рисковать на зеленых. Вот тут отлично. Отлично, рандом прошел. Поэтому, как вы знаете, я на них придумал свою стратку, чтобы вот такого не было. Вот. Поэтому, кто бы не удивлялся, нахрена я там понапридумывал себе страты, когда есть готовые. Потому что у меня в моих руках они не работают. Поэтому я на чере там понапридумывал себе. Но в новом патче мы посмотрим, может быть, про микро движение стиком. Как он делает. Он делает не совсем то, что я имел в виду. Я тебе потом сейчас досмотрим, я покажу, что я имел в виду. И покажу, что он именно делает. Он просто туда-сюда вертится. Это немножко другое. Зачем он так делает? Ее во второй фазе можно ресетать. Я думаю, уж Билл-то должен знать. Ну, то, что у него уровень контроля, это понятно. Я имел в виду, что в целом, есть ли какой-то совет? Я про вот это спрашивал. Тут самое главное под мисс Y не попасть. Потому что она любит постоянно вот свой меч сделать. Отлично. Мне вечно не везет, и она просто сквозь меня постоянно делает свой дурацкий этот рывок. Вот, поэтому мне не везет. Так, еще удар. В это время можно пойти за звездочкой. Кстати, я не знаю, почему раннеры это игнорируют. То есть, вот тут можно спокойно звездочку прожать где-нибудь в каком-нибудь месте. Я думаю, ну в принципе за Черри ладно, она и так все хорошо делает. Вот. Но звездочка, я думаю, было бы тоже неплохо бы сработала здесь.
45 минут. У тебя нового ресета очень хорошо. Я бы сделал 50 минут. GG, Билл. Yeah, the combo exhibition. Should we get straight into it? Is that how it works? We get straight into it? 44. Даже 44. Очень хорошо. А почему написано в названии 45? Okay, shout out to GDQ. Shout out to Jordy and the developers of the game, God Crush Lizard Cube. Shout out to the Mighty Gang. Shout out to the Streets of Rage 4 community, all of the speedrunners. Я понял. Поэтому 45-46. Но 44. 44 очень хорошее время. Очень хорошее. Камбухи, да, показывают? А, у него типа время осталось, и вот это время он решил камбухами забить. Sorry, this is a bit of an awkward one to start it off with. Shouldn't take too long. Не, это понятно. То, что таймер так работает. Это есть in-game time, а есть... Чего? Куда он сложил меч? Ты было инсетив, если наберут там 10 тысяч баксов, то что он покажет камбухи, если нет, то нет. Понял. И что он за Blaze 2 будет делать? Ой-ой-ой, хорош. Блиц. За Blaze 2 очень сложно камбухи делать. Скажите, есть real time, есть in-game time. Все, вот вспомнил. Но Blaze 2 ульта сильная, очень сильная. Okay, this isn't actually too difficult. Just messing it up. Блин, тут сложно. Он, кстати, не знает про ту штуку, которую нашел Номадис. То, что ей не надо второй цикл джебов делать. Иначе она начинает промахиваться. Билл, скорее всего, про это либо не знает, либо он что-то хочет такое сложное сделать. Мне просто Номадис показывал, что если ты проводишь второй цикл... второй цикл джебов, то она промахивается. И там, в принципе, можно урона гораздо больше сделать, но там позиция важна. Очень сложно. Очень сложно сделать. Machine Gun Puncher. Вот спешл. Да, на вейкапе диву можно так остановить. Так вот зачем он... А я думал, он зачем это все делает? Я не понимал. Он просто бывал на стриме, занимался вот этим. Я не понимал нахрена. Ой-ой-ой, неужели Макс так умеет? Охренеть, что может Макс. Макс Блин, Билл, конечно, красавчик. То, что заучил камбухи. Я, блин, за 4 персов только заучил. Короткий степ спешл, да. Нужно было немножко дилей сделать, то есть попозже немножко. Да, ну или прыгнуть, да. В один кадр, там у тебя еще есть момент однокадровый, когда ты можешь выпрыгнуть из-под тока. Но если ты в этот один кадр не выпрыгнешь, тебя током ударит все-таки в следующий кадр. Очень близко стоит, блин. Это так и надо? Ой, хорош. Blaze 3. Зачем он эту арену выбрал? Ну ладно.
Или тут специально? Okay, she has a very difficult charge kick timing. It's not as good as Blaze 2's. Блин, ну у Blaze 3 я не знаю даже какая то комбуха. Я вообще не видел, чтобы на Blaze 3 комбили. А, через звездочку. Ах ты ж хитрый бил. GG. Понятно, зачем эта арена. Блин, вот эта камбуха на скит 3 очень сложная. Ой-ой-ой, ни хрена себе. И это можно сделать за него? Он это говорил, понял. Ну я же английский не понимаю, поэтому. Тут уж извиняйте. То есть как? Могу понять, но в данный момент... Могу понять, но не все. И в данный момент я ошибка не слушаю, больше смотрю. Блин, сложно. Мне кажется, нужно на кадр поближе подойти. Ой-о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 й. Охренеть. Зан. А, я понял. Понял. Охренеть. ДПС у Зана, конечно, хорош. And he doesn't have the energy ball. That energy ball is how Dr. Zan. Интересно, какой он сделает комбу за шибу, новую или старую? Миссанул. So this is actually the fastest character in the game. Да, быстрый. Шива, кстати, может 37 минут на мане сделать, держу в курсе, если кто не знал. He's very difficult to play as well. She's supposed to do lightning there. То есть это самый быстрый перс в игре. В плане спидрана. Okay. Okay, good. Просто там у нее хп уже не было. Уже не было хп. Вот тут у него на акселе камбуха реально зачетная. Я ее на стриме когда увидел, это просто что-то с чем-то. Я ее до этого видел, сам пробовал, но очень сложно сделать. То есть это бак-атак заканцелить спешалом. Причем реверс спешалом. Еще вот у TG, да. Пропустил, да. No. Зачем он поторопился? Как будто спидранит, да? Два, три, четыре, пять. Пять можно, да, сделать? Там просто заканцелить блиц нужно очень таймингово. Ой, красиво. Красиво. Очень красивая камбуха. За Блейз. Тут персонажи, что ты камбя, что там мучится, Блейз? Кикош в чаш кикошу. А, он так делает. Чем? Ну, сюда в самом деле надо звать какого-нибудь Бадмуна на Блейз, чтобы он показал, как фристайлить, или какого-нибудь Нумадиса. Потому что
The Blaze всю красоту очень сложно показать. Ни хрена он что выучил. Ладно. В принципе, он что-то придумал интересненькое. И инфинитом добить. Не, я согласен. Он придумал интересненькое комбо. За черри, кстати, можно сделать 9 хедлупсов, перейти в бэкфлип комбо. И добить через OTG без ресета. А зачем он так делает? Ну ладно, для зрелищности, в принципе, можно 3 хедлупса сделать. 2, 3, 4, 5. Ага, все верно. Звездочка. Ой, как капец, что он сделал. Очень сложная комбуха. Он на стриме говорил, что его флэт бесит, потому что у него хитбокс огромный просто. Я, кстати, так и не понял, как у него работают граунд баунсы. Ой, Grand Bounce. В принципе, УТГ на Флойде, потому что они, походу, такие же сломанные, как на Блейз. Очень хорошо. Okay. Очень one. Хорошо. My main character. Well, Adam and Cherry. 3, 4. Basically, да. The whole Hunter family. Отлично. I'm a fan of all of them. 3, 4. Не стал рисковать. Okay, we can't actually, get her from that draw. 8 джебов надо сделать в начале, пока она делает свой удар. Вот такую штуку, еще 8 джебов. Потом wall bounce. А, решил так сделать, в принципе, нормально. А, оу! Он вот так стал делать. OTG. Звездочку. Можно так. Хорош. GG бил. Я говорю, он красавчик, он долго тренил камбухи. Я только за 4 персов умею камбухи делать. Блин, красава бил. Майти бил, GG.